Всем привет! Сегодня приготовил для вас 15 инструментов из Китая. Я старался для вас, так что поддержите лайком и подпиской. Ссылки на все товары оставлю в описании. А если вам что-то понравится и вы захотите приобрести, не забудьте вернуть часть денег при помощи кэшбэк-сервиса APN от 7 до 18% и выше. Ссылки на кэшбэк оставлю в описании, а мы начинаем. Олово-отсос – незаменимый инструмент, который стоит 1 доллар. Данный инструмент поможет вам собрать лишний припой с платы. Стальные плоскогубцы с фиксатором. В комплекте идет 2 зажима. Они регулируются винтом, можно выбрать степень зажатия. Также на губках есть противоскользящие насечки. Они предназначены для удержания или фиксации какого-либо предмета. Степлер с электроприводом. Подходит для скоб от 6 до 14, а также для Т-образных гвоздей. Удобная загрузка скоб снизу. Также есть регулировка силы удара. Инструмент подходит для выполнения большого объема работ. Инклинометр – это цифровой датчик для измерения угла наклона. На экране вы увидите значение угла и его изменения. Также можно выбрать отображение в градусах или процентах. В основании датчика есть магнит для закрепления на металлическую поверхность. Точность измерения 0,1 градуса. Работает от 2 батареек таблеток. Самый дешевый мультитул, который стоит 100 рублей. В него входят плоскогубцы, кусачки, нож, отвертка и пилка. Степлер, а также в комплекте идет 1200 скоб 3 разных видов, П-образных, О-образных и Т-образных, а также инструмент для удаления скоб. Продается все в удобном кейсе для хранения. Алмазные надфиля, они очень прочные и долговечные по сравнению с обычными. Они отлично подходят для резьбы по дереву и тонкому металлу. Очень удобно лежат в руке, цена 300 рублей за набор из 10 штук. Ультразвуковой очиститель – это ванна, которая может очищать грязь и налет с металлов. Отлично очищает ювелирные изделия, лезвия, столовые приборы. Данное устройство работает от сети 220 вольт, имеет различные настройки для разных металлов. Карандаш с флюсом – отличное приспособление для любителей что-то попаять. Такого карандаша хватит на долгое время. Цена всего 120 рублей. Ручной насос для перекачки бензина из бака в канистру или наоборот. Прост в применении. Просто засовываете шланг в канистру и в бак автомобиля. Дальше просто нажимаете на помпу и все. Отличный складной строительный нож. Все детали ножа хорошо подогнаны. Имеет прорезиненную ручку. Лезвие крепко держится и не болтаются. Китайский аналог сугру. Это такое вещество, похожее на холодную сварку. Только после застывания становится как твердая резина, хорошо приклеивается к любому материалу. Футляр для хранения сверл. Он поможет аккуратно хранить все ваши сверла в одном месте. Шуруповерт. Простой китайский шуруповерт с литий-ионной батареей и индикатором заряда, 18 ступнями затяжки, а также 2 скорости, по отзывам очень качественный. Электрическая отвертка с огромным количеством сменных бит. С ее помощью можно разобрать все, начиная от телефонов и заканчивая квадрокоптерами. На этом все. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего или какой товар вы хотите увидеть в следующих роликах. А я желаю всем удачи и всем пока!